по периметру. Но до конца я не буду собирать крепление снаружи, потому что все понятно. И сейчас я буду перемещать палатку в другое место. House. Палатка кемпинговая, Royal House. Каркас из стали. Материал палатки самой из полиэтилена, а также полиэстера. Сделано во Вьетнаме, но, конечно, без Китая никуда. Изготовитель, конечно, Китай, а вот сделано во Вьетнаме написано. Тут, конечно, немного непонятно. Высота 2 метра. Ну, конечно, в самой пиковой части, в пиковой трапеции. Что касается длины и ширины, тут 3,5 метра. Ну, разместить столик, стулья, даже спальное место вполне, вполне по силам. Думаю, 4 человека легко здесь разместятся. На этом все. Теперь с этой палаткой необходимости искать место. Я также тенек под деревьями, в кустами. Вообще нету. Поставил и пользуюсь.